Приветствую вас, друзья, добро пожаловать в Destiny 2. Перед вами видео-трейлер «Военного разума». Я не просто так вам выделил целый кусок. Он очень крутой в плане раскадровки и музыки, очень эпичный. Что же мы увидели в этом трейлере такого интересного? На самом деле мы увидели абсолютно все. Во-первых, босс. Вот это, скорее всего, идет босс за 7 уровень. Напомню, за отбитие у волн идут уровни, и на 7 уровне выходит уникальный босс, который меняется раз в неделю. Помимо этого, мы увидели новый рейд. Вот он перед вами. Он напоминает нам первый рейд. Интересно же, он будет такой же длинный и такой же интересный, как первый, или будет как второй. Помимо этого, много нового оружия и, конечно же, эксклюзивный, я считаю, по-другому трудно сказать, меч, экзотический меч, потому что он единственный будет в игре. Он перед вами. Также мы увидим червей, да, это, грубо говоря, прародители улья, но это будет, скорее всего, в плане сюжета. Ребята говорили о том, что хотелось бы увидеть именно, особенно те, кто играл в первую часть, имеется в виду подписчики, заснеженные локации. Как я понял, в плане кампании нам предоставят эти заснеженные локации, но будут ли они, вот эти локации, на обычной карте, неизвестно. Перед вами два новых налета было, напомню, что для PS4 идет еще дополнительный налет, он идет эксклюзивом. Возможно, мы в него сможем поиграть, когда снимут временный эксклюзив, может быть, в сентябре, может, в следующем году, не знаю. Помимо этого, нас ждет достаточно красивые локации, много нового оружия и, надеюсь, не такая скучная кампания, как была у нас Осирис. На этом у меня все, друзья. Пишите свое мнение ниже. Спасибо, что смотрели. Всех благ!